сидеть дома оказалось не так грустно и так сложно. Вот читаю книжку, которую все время не было дочитать. И вот, наверное, дочитаю ее и воспользуюсь услугами онлайн-библиотеки. В плане того, что возьму промокод на Litres и прочитаю онлайн-книгу. Читать приходится, потому что вот жена заняла компьютер. Она работает по удаленке. У меня вот задача еще выбрать рецепт плова. Решили вот по кулинарной книге сегодня что-нибудь приготовить. Не скучно и детям. Вот гимнастка занимается. Онлайн. Мастер-класс от кого онлайн? От кого мастер-класс? Это у нас же олимпийская чемпионка, да? Вот сидят, отзанимается. Ну, вот после гимнастики уроки. Тоже не забываем про учебу. Когда сидишь дома, время действительно много. Вот решил сегодня поиграть на гитаре. Давно не играл. Ну и, конечно, сидя дома, читая книги, мы не забываем смотреть новости. Потому что, ну, нужно же знать, какая вообще ситуация в стране. Поэтому, чтобы избежать, оградить себя от фейковой информации, вот смотрим телеканалы. Татарстан 24 у нас показывают ситуацию в республике. Нам это вот важно. В обычной жизни очень много времени проводим на работе, и нет времени сходить на концерты. И очень удобно сделали вот на Ютубе список онлайн-концертов от рок-групп. Вот сейчас, вчера смотрели концерт Би-2. Сегодня вот выбираем, что посмотреть из репертуара Большого театра. Вот здесь, допустим, да, Чайковский. Тут у нас Щелкунчик. Да, но обязательно что-нибудь выберем. Вот такую вот игру нашли. Играем в лото, сидим. С семьей до этого играли в какие-то веселые бродилки. 36. Вот. Есть еще монополия, и поиграем в монополию. Весело. 38. Я проигрываю. Ева выиграет, как всегда. Ну, в общем, вот так вот. Сидим дома с семьей, читаем, играем, развиваемся. Появилось время вот косяк прибить. Жена давно говорит. Все, как говорится, времени не было, все на работе. Ну и для вас мы тоже работаем. Сидим дома. Александр Комаров специально для телеканала НТР-24.